Ребята, всем привет! Так, ну что, ну вот я тоже добрался, можно так сказать, до... по всему миру это самый большой, говорится, тракстап. И так как у меня в этом рейсе нету видео, и мы остановились на этом тракстапе, то я думаю, немножко я вам это покажу, эти размахи, как бы здесь... Не знаю, вроде говорится, здесь около 900 парковок. Здесь столько машин, но опять же еще очень много пустого места, да, сегодня. Ну, сейчас под вечер будут съезжаться люди. Мы уже сходили, покушали сегодня, в бифет сходили, можно так сказать, в ресторанчик, похавали очень вкусно. А теперь я вышел, думаю, надо мне видос записать. Сейчас, ребята, смотрите, короче. Да, ребята, вот это тракстап Iowa I-80 называется. Машин очень много, ребята, очень много. Ну и я думаю, с вами пройдем, я вам покажу. Так, немножечко, да? Вот мы стоим, все как положено, на три места встали. Чтоб нас не толкали и мы никому не мешали. Вот я вижу, что мы еще могли бы хорошо взад отъехать. Тут еще вон сколько места. Что-то я не подрасчитал. Да, еще было место, взад можно было уехать. Короче, ребята, сейчас я вам хочу с вами вот так пройти по этому тракстапу. Зайдем в магазин, на сам тракстап. И вы посмотрите. Вот, а мы видим, видите, вот стоим. Вот мы. Вот я, а за мной там Семен. И покажу вам. Я немножко как бы так посмотрел и так думаю, ё-моё, вот это размахи. На самом деле, вы посмотрите, это просто капец. И это еще не так много машин. Это еще они не все собрались. Под вечер здесь, как говорится, наверное, я предполагаю, будет очень много людей. Сейчас мы выйдем сюда на первый ряд. Где сам тракстап, где сам магазин, ресторан. Там купить, ребята, можно все, что хочешь. Абсолютно все. Для трака любые причиндалы. Если вы думаете, что я преувеличиваю, вот здесь такая сцена сейчас была. Ну, то есть она еще и есть. Одна девчонка вон бампер меняет. Она на классике приехала сюда. Я не знаю, что там у нее получилось. Но, как я понял, она замяла себе бампер. На машине, на траке. Зашла, купила новый бампер и его меняет. Но она его уже поменяла, на самом деле. Видали, что? Сколько здесь машин. Просто капец. Вот видите, где он стоит-то, я не понял. Так, где он? Вон она лежит еще под бампером. Еще работает. Да, на многих видосах уже была вот эта вот тема. И сейчас мы тоже зайдем вовнутрь, я вам покажу. А вон та деваха лежит, меняет бампер на классике, на своем Кенворте. Чтобы вы понимали. Зашла сюда в магаз и взяла себе новый бампер. Вон она. Видите, вон она. Вот, видите, меняет бампер. Капец, да? Вот так вот. Говорит о том, что замяла свой бампер. И, видимо, ну, не в кайфе и так ехать. Она зашла, купила, сразу бампер меняет. Да. Неплохо. Капец, тут столько траков стоит, ребята. Столько, мне кажется... Здесь надо хорошо прогуляться, чтобы обойти весь этот тракстап.
Ё-моё. Да, вход. Ну, как всегда, да, ребят. Никакой не профессиональный обзор, чисто показываю я вам то, что вижу я. Поэтому вы мои видосы и смотрите, да? Как говорится, у каждого свой подход к любому видео, к любой видеосъемке. Ребят, i80, Iowa 80, видите, truck stop. Здесь прям внутри стоит такая вот громадная фура. Фритлайнер. Наполированный, как не знаю что. Между прочим, вот это прикольная темка. В трак кинуть. 2 за 7. Ничего так. Ногам тепло. Смотрите, какой здоровый. Между прочим, 60 лет этот трак-стап здесь уже находится. Я вообще даже не знал, что он уже так долго здесь. Я про это уже слыхал. Много смотрел видосов. Многие дальнобойщики это показывали. Вот такой вот разрисованный трак здесь. Это как они его сюда заперли? Я вообще не понимаю. Купить здесь можете вы абсолютно все. Как вы видите, на парковке прям меняют бампер. Лампочки, провода. Что здесь только нету, ребята. Проводка любая, какие-то вон причиндалы здесь, на воздух, нам. О, вот это круто. Колеса проверять. Палочка-выручалочка. По воздуху масляные шланги. Все, что хочешь. Тут все есть, ребята. Да, я-то, вы знаете, тоже не профессионал в этом бизнесе, а только в него вхожу. В этот бизнес учусь, стажируюсь. Смотрите, какой ряд лампочек. То есть фонарей, поворотников. Это просто что-то. Как бы, да, когда смотришь это на видео, да, это как бы, вон здесь для уборки все, вон, все есть. Смотрите, сколько. Смотрите, сколько. Когда смотришь это на видео, да, как бы, я уже говорю, пару видосов смотрел. А теперь сам здесь нахожусь и прям так думаю, ёшкин кот. Ключи. Все, что надо, все, что надо. Если кто-то в чем-то нуждается, тут все можно купить. Фары, поворотники, стопори, стопы. Вон, ребят, вы понимаете, да, какая длина вот этого вот всего и сколько здесь, какой выбор. Тут фары. На Volvo, на все есть. На Peterbilt, Kenworth, на все-все марки. Это вообще не знаю, куда такая громадная идет. V990. Это Kenworth, наверное, я думаю, на новый какой-то. Ё-моё. Да, вот такой вот гигантский выбор, ребята. Гигантский выбор. Здесь что-то под стеклом, видимо, что-то дорогое. Ага, нифига себе. Педали. Датчики всякие. Смотрите. Я надеюсь, вы успеваете что-то видеть. Ребят, цены вам показывать. Ну, я думаю, смысла нету. Просто вот как с вами пройтись и вам это показать. Показать то, что вижу я. Смотрите, на трейлера, да, на прицепы всякие, такая подсветка. Ну и вот этот вот знаменитый трак, который здесь вот так стоит и крутится. Смотрите, какой красавчик. Как бы я признаюсь, я не дикий фанат классики. Мне внутри узкая кабина, мне это не нравится. Как бы сама кабина узкая, спальник, понятно, там разные размеры, там в ширину, да? Фары какие стоят на нем красивые. Кто-то двери открыл. Можно заглянуть, значит. Да, внутри, конечно, он сделанный, но он шикарно сделан. Сам весь сделанный шикарно, понятно.
Ну вот это вот это вот узенькое, вы посмотрите, как туда залазить прям надо. Ну вот это меня не прикалывает, вот это вот все узкое внутри. Не мое это, но сделано красиво. Тут хрома, блин, на несколько килограмм. Как-то так, ребят. Вот такой вот трачок стоит здесь, знаменитый. Да, во многих видосах он уже побывал. Мощно, да? Как они его сюда заперли, мне интересно знать. И вот, ребят, на самом деле выбор всего здесь, как я сказал, гигантский. Все вам показать в одном видосе невозможно. Сейчас немножко еще с вами кенгурятники стоят, все стоит. Там вон бампера были, вот видите, бампера стоят. Рули. Что хочешь, как любой фасон. Классический, чуть помоднячий, уже такие брызговеть эти крылья. Вот, а выхлопы. Вот одна труба 700, 600, 720. Ставьте на паузу, увидите. Вон какие громадные. Это вообще с какого-то кировца, блин. 8-инчевая с 903 бакса. Я даже вот так иду и говорю, разговариваю. Я говорю, что, блин, неужели это здесь вот это все вот так покупается? Ну, выходит, что покупается. По-другому это бы здесь все бы не висело, правильно? Значит, идет оборот, значит, люди берут. Решетки. Капец. Да, вообще, очень большой размах. Матрасы, пожалуйста. Пододеяльники, подушки. Короче, все есть, все. Вы посмотрите, здесь это уже на трак ставится сзади. Как я понимаю, да? Ну, вот это вот все, да. Размах, конечно, серьезный, ребята, серьезный. Да. Ну и сюда немножко тоже с вами зайдем. Кепочку вон можно себе что-нибудь. Даже смотрите, да, вот такой сервис. Хочешь себе на кепку что-то, чтобы тебе вышили, вышивали. Там или все, пожалуйста, нитки любого фасона, любого цвета. На кепку тебе напишут, ты молодец там или еще что-нибудь. Здесь такой сувенирный отдел. Тоже можно купить, что хочешь. Что хочешь. Вон, смотрите. Что хочешь есть. Как бы, что надо и не надо. Мы вон там в ресторанчике сидели. Хорошо покушали, между прочим. И как бы вкусненько поели, я бы так сказал. Ну, очень мало народу, между прочим, сегодня. Ну, понедельник. Такие тачки стоят. Здесь вот ресторанчик. Машины стоят, классика, видали, стоит. Вот так вот, прямо здесь в ресторане. Айва 80 Kitchen. Такой вот ресторан, ребят. Люди, наверное, думают, что ты ходишь, снимаешь. А что бы не ходить снимать? Мы пока здесь ходили, гуляли, тут я тоже блогера уже заметил. Army. US Army. Тут есть... парикмахер, ребята, тут есть зубной, массажная. Здесь тоже вот такой вот большой вот фуд молл, да? Pizza Hut, Taco Bell, Wendy's, DQ, кофейку можно купить. Все есть. Как в большом торговом центре, на самом деле, если так разобраться. Айова. Много всяких сувениров. Сувениров, ну тут все, в принципе. Одни сувениры. Не одни, а много. Видали, что шлепанцы какие. Шлепанцы в стиле карася. Тут стоит такая вот махина Power Wagon. Вы посмотрите, какие размахи. Это все трак-стап. Короче, ребята, да, как-то так. Надеюсь, я вам немножечко смог показать атмосферу этого тракстапа. Что здесь как бы можно увидеть. Как я и сказал, знаете, обзоры такие делать, такие видео делать. Это надо ходить там, я не знаю, какое время. И все тщательно показывать.
просто прошел, так немножко вам зацепил все, что здесь есть. На улицу выходишь, ребята, гудит капец. Между прочим, вон, видите, эта девка понесла, видать, пустую коробку, в которой она поменяла бампер. Да, просто я так посмотрел на это все, как она там, ну, мучается, не мучается, но я думаю, она владелец этого трака. Вот с улицы вот так все это дело выглядит. Поэтому, видать, ей не в кайф ездить с помятым бампером. Вышла и сразу все это дело поменяла. Ну да, я должен сказать, трак у нее на самом деле красивый. Вот он, между прочим. Все, новый бампер поставила. Номер повесила. Да, трак у нее красивый. Прям вообще симпатяга. Я говорю, я не сильный фанат классики. Из-за внутри места кабина очень узкая. Мне это не нравится. Но все же машины красивые. Все, ребят, на этом все. Как я сказал, в этот рейс у меня без видео. Но решил, думаю, так как мы здесь остановились, не всегда это получается, как говорится. Но сегодня здесь ночлег, и я так думаю, надо хотя бы вам немножечко показать этот сумасшедший трак-стап. Я не знаю, вот сколько здесь рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне кажется, как минимум 8 рядов по 2 машины стоит. Вау, очень большой, очень большой. Сколько здесь машин. Все гудят ночами. Ну не все, но мне кажется, процентов, ну как минимум 60% все ночью гудят. С кондиционерами. Но я пока, ребята, на самом деле еще, сколько вот я ездил, сплю без этого, да? Не включаю. Не знаю, пока справляюсь. Все, ребят, спасибо за внимание, за такой непрофессиональный обзор. Но все же, надеюсь, хоть что-то вам показал. Привет в этом случае из Соединенных Штатов Америки. И, но я все равно в Канаду хочу. До следующего видоса, ребята. Всем пока.